Александр, вчера была первая тренировка с Василием Евгеньевичем. Расскажи, как она тебе? Я очень замерз, потому что, как сказал Форза в видосе у Германа на канале, нас тормозят прямо во время упражнений, говорят, что нужно сделать не так. А я вратарь, я намок и замерз еще сразу же. Вот единственное, что пока могу сказать, это так, первая одна тренировка, сложно же по одной что-то судить. Что? Ты же вчера мне говорил, что Вася — это ужас. Что надо нового тренера менять. Нам нужен новый тренер. Я предлагаю Илью админу сделать. Чувак, он это увидит, мне пиздец. Тебе пиздец, а не мне.